Пречистой Твоей Матери и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению. Себо прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушим. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению, себо прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушим. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному, кресту Твоему поклоняемся Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем, придите все верни, поклонимся святому Христову воскресению, себо прииди крестом радость всему миру, всегда благословящий Господа, поем воскресение Его, распятие Его претерпев, смертью смерть разрушим. Предварившее утро яже о Марии, и обретшее камень отвали над гроба, слышах от ангела во свете присносущим сущего, с мертвыми, что ищете яко человека, видите гробные пелены, тиците и миру проповедите, яко воста Господь умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающий город человеческий. Аще и во гроб снишил еси бессмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл все яко победитель Христе Боже. Жена мироносицем вещавый, радуйтеся, и твоим апостолам мир даруяй, падшим подаяй воскресение. Во гробе плоский богади же с душею яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был еси Христе с Отцем и Духом. Вся исполнение описаны, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Яко живоносец, яко рая краснейший, воистину и чертога всякого царского показайся святейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вышнего священное божественное селение, радуйся, Тобою будодеся радость Богородицы зовущим, благословенна Ты в женах еси всенепорочная владычице. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без остления Бога словоросшую сущую Богородицу Тебя величаем. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровав.
Благослови, Господи, укрепи и сохрани Отца нашего духовного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Благослови, Господи, укрепи и сохрани Отца нашего духовного и наставника Игнатия от хитрых козней дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него, и придай ему крепости духовной и физической, и отведи от него все невзгоды и скорби, чтобы и дальше он мог нести Слово Божие и быть нам живым примером апостольского служения и горящей свечой, которая стоит не под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Господи, благослови отца Иоакима и всех братьев Барнаульской и Потеряевской общины, нашего интернет-содружества братьев. Не дай дьяволу никого похитить из руки Твоей, Господи. Даруй каждому рождение свыше и водительство Духом Твоим святым. Господи милосердный, посети болящих Сергия, Антония и всех, кто просил молиться за них. Даруй истинное крещение нашим оглашенным. Не дай погибнуть Аврааму, Сергию. Благослови, Господи, найти работу по сердцу Твоему нашим братьям, кто ее не имеет. Посети, Господи, находящихся в вузах, тюрьмах и психиатрических больницах. Монаха Сергия, Всеволода Могучего, Илью Мажара, Глеба Грозовского, Вара, Саркисяна. И всех, кто просил молиться о них, и всех находящихся в узах братьев наших. Господи, милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты благословил издать нам книги, трехтомник, толкование Нового Завета. Благоволи и далее послужить Тебе, и всех помогавших благослови, всех участвующих в миссионерских путешествиях и помогавших, Господи, милосердный, дай благослови их. О вечности воздай милость Твою всем, кто трудился и трудится над возрастанием моей души. Слава Тебе! Господи, коснись сердец правителей мира сего, да продлится еще мир, если есть воля на то, святая Господи, да продлится еще мир на земле. Слава Тебе! Господи, мы молим Тебя о призванных на фронт братьях наших, за Никиту, за Александра, за Максима и за всех, кого призвали из наших братьев. Господи, сохрани их по сети, даруй им помощь Твою свыше, не оставь их, Господи, дабы они вернулись в свои семьи с миром. Господи, мы молим Тебя и благословляем народ еврейский, и молим Тебя за этот народ и за все другие народы, Господи. На Твою помощь уповаем. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух во веки веков. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил пред Тобою, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Господи, прими нашу молитву с воздеянием рук, как жертву вечернюю, приятное благоухание пред престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Говори, Господи и Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Спаси Христос. Благодарю всех за молитву. У нас на связи, если Игнатий Тихонович, пожалуйста, задавайте вопросы. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву. Христос воскрес. Христос воскресе. Поистине воскресе. Если никого нет, то я отхожу по своим делам. Со снегом вожусь. С Богом, Игнатий Тихонович. Аминь, спаси Христос. Спаси Христос, благодарю за молитву.
Аминь. Спаси, Христос. Благодарю за молитву. Христос воскресе. Воистину воскресе. Аминь. Спаси, Христос. Воистину воскресе. Аминь. Спаси, Христос.